Рецепт приготовления блюда из лука в кисло-сладком соусе. Поместите чиполлини в кипящую воду на 1 минуту, затем дайте ему остыть, почистите лук, разогрейте масло в сковороде. Добавьте лук и обжаривайте до золотистого цвета с каждой стороны, 8-10 минут. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Продукты и их количество. Далее. Лук чиполлини 900 грамм. Оливковое масло 4 столовые ложки. Сладкое масло 3 столовые ложки. Сахар 2 столовые ложки. Томатный соус 1/2 стакана. Листья розмарина 1 чайная ложка. Нарезать. Количество порций 2. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Удачи, друзья, заходите.